Жители региона подали более 5000 заявок на благоустройство своих дворов, а также мест отдыха по программе формирования комфортной городской среды. Еще порядка 100 000 пожеланий собрали волонтеры. На реализацию программы в регионе направят 1 700 000 000 рублей из федерального и областного бюджетов. Приоритетный проект запущен в 2017 году по инициативе президента России Владимира Путина. Благодаря программе в губернии уже обустроены свыше 1500 дворов.